центральный рынок Симферополя. На первый взгляд здесь все как обычно. Крымские татары, русские и украинцы продают и покупают свежие овощи и фрукты. Все заняты небольшой политикой, а повседневными нуждами и хлопотами. Все нормально, без проблем, без никаких там ни ситуации никакой нету. Может, это кому-то на руку надо, но крымчанам это абсолютно не надо. Людей просто немножко напугали, а так люди работают. Можете вот, пожалуйста, посмотреть. Вот все и русские, и крымские татары, и западная Украина здесь, и все, и донецкие, и харьковские, все дружат мирно, спокойно. Мир и спокойствие. Эти слова здесь повторяют как заклинание. Кажется, люди опасаются того, что ситуация может измениться. Ведь как только речь заходит о политике, настроение у всех сразу же меняется. Становится шумно. Спокойствие в Крыму довольно хрупкое. Крымские татары стараются не выделяться из толпы. Среди торговцев овощами и фруктами много представителей этого меньшинства. Но лишь немногие из них готовы дать интервью на камеру. Ну, просто крымские татары, да, это вот как наши предки, наши бабушки, конечно, испытали такой страх, конечно, было. У них их были изгнания, была депортация, конечно, была в Крыму. Конечно, просто не хотелось этого. Экономическая ситуация в Симферополе уже давно сложная. А теперь к этому прибавились и переживания по поводу политического кризиса. Непростое испытание для жителей Крыма.